день! Сегодня в своем видео я хочу вам показать и рассказать, как можно приготовить супер быстро, очень вкусный борщ со свеклой и с белой фасолью в томатном соусе. Для этого нам понадобится заранее приготовленная, у меня в моем варианте уже консервированная фасоль в томатном соусе. Можно просто фасоль без томатного соуса, если вам больше понравится. Также свежая свекла, не подвержена никаким термическим обработкам. В моем варианте это фарш и приправки. Поставила воду уже на плиту. Довожу ее до кипения. Буду делать тефтельки и закидывать в кипящую воду. Как только тефтели всплывут, я добавлю сразу же в нее фасоль в томатном соусе. Параллельно на плите я буду протушивать в сковороде мою свеклу, перетертую на терке. Итак, получился у нас такой супчик красивый. Мы тефтели потушили, даже не тефтели, простите, фрикадельки потушили вместе с фасолью. Параллельно мы тушили свеклу. После того, как мы свеклу потушили, добавляем ее в суп. С момента закипания еще варим 10-15 минут. При этом добавляем все наши любимые специи и приправы. Вот приготовился наш борщ. Он получился насыщенный, очень вкусный. Самое главное, он более диетический, потому что сюда не добавляется картошка. Вместо картошки фасоль мы добавили. Готовится очень-очень быстро. Я думаю, что вам понравится. Этот рецепт я вычитала на одном из сайтов. Я его приготовила, попробовала. Мне очень понравился. Я решила с вами поделиться. Вот, в принципе, все, что я вам хотела показать и рассказать. Подписывайтесь на наш канал и узнаете много чего полезного и интересного для себя.